всем привет. Наша Лавруша родила двойню. Это у ней первый окот. Родила она самостоятельно. Я даже и не видела, как все это произошло. Два козлика у нас. Окрас Флорида. Так же, как и у мамы, и у папы такой же окрас. Козлята обезрожены. Ищут пап, мам. Пробуют уже травку, хотя нам всего 7 дней. Что-то там на пеньке пытаются поковырять. Такие сладенькие продаются козлятки. От такой шикарной мамы. Козлятки стопроцентные. Смешной, ты что там ешь? У тебя еще зубки-то маленькие, кору есть. Зубки маленькие еще. По молоку не скажу, сколько мама дает, потому что эти ребятки под ней каждые 5 минут сосут. Ой, как вкусно травочка какая. Какая вкуснятина. И второй чего-то жует. Мамка быстро их учит кушать. Такое вымя у мамы. А на улице она им не дает есть, отгоняет. Вот такие лапочки, козлятки. Кому интересны такие козлятки, пишите комментарии, всем отвечу. Играется малявки и тут же под сиську пытается и травку, и все одновременно ты им нужно. Куда убежали? Ой, я ж свалился, не вписался в поворот малявочный, не вписался в поворот. Это первый день мы вышли на улицу. И все равно они такие уже шустренькие. Практически ничего не боятся. То ли еще будет. Всем спасибо за просмотры. Пока-пока. Пишите нам комментарии. Ставьте лайки таким красавцам. А лучше покупайте их быстрее.